Правительство Украины ввело мораторий на выплату российского долга. Причем речь идет не только о суверенном кредите в 3 миллиарда долларов, который Киев должен вернуть до конца года, но и о займах украинских предприятий в российских банках. Это еще 500 с лишним миллионов долларов. Их брали конструкторские бюро «Южное» и «Угр-Автодор». По словам премьера Яценюка, все выплаты приостановлены до того момента, как Москва не примет условия Киева по урегулированию долга или до решения суда. То есть фактически глава украинского Кабмина пытается предъявить ультиматум. В Москве ранее не раз заявляли, что если Украина откажется платить по своим обязательствам, для нее наступит дефолт.